В доме на улице Гаражной Екатерина Остапенко проживает больше 20 лет. Рассказывает, каждый год с наступлением весны вместе с соседями выходит убирать территорию во дворе. Этот сезон не стал исключением. Хочется как можно быстрее навести порядок, чтобы начать засаживать клумбы цветами, отмечает женщина. Сначала убирают детские площадки, а уже после переходят к любимым палисадникам. Как раз весна, самая тает, самая грязь, все. Листва, которая упала, ее надо убрать. И хочется чистоты. Вышел, чтобы было чисто. Все зависит от нас. Двор на улице Гаражной не всегда был таким опрятным, вспоминают жители. Он изменился в 2020 году после благоустройства, которое прошло в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В первую очередь это проведены были асфальтовые работы, то есть организовано асфальтовое покрытие проезда вдоль дома, устроена парковочная площадка. Помимо этого детская площадка, озеленение, посев газонов. Особенно важно наводить порядок на таких обновленных территориях, чтобы сохранить презентабельный вид, отмечают специалисты. Для этого в Самаре во время месячника по благоустройству проводят не только субботники, но и средники. Сегодня в нем только на территории Октябрьского района приняли участие свыше 1000 человек. Это сотрудники районной администрации, профильных ведомств, управляющие компании и, конечно же, неравнодушные самарцы. В первую очередь ворошат залежавшийся снег, чтобы он быстрее растаял, собирают мусор, убирают газоны, ремонтируют и подкрашивают лавочки, урны, ограждения и малые архитектурные формы на детских площадках. За необходимым инвентарем жители обратились к своим домоуправленцам. Это, кстати, может сделать каждый желающий помочь с уборкой города. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.